Доброго времени суток, кто зашел в гости. Нахожусь в Версале, дождь стеной. Я приехала в одно интересное заведение, музей, но пока что выйти не могу. И спряталась в другом музее, поэтому буду снимать, пока дождик моросит. Возможно, тучи разойдутся, я успею еще в одно место. Итак, в данный момент я нахожусь в галерее де скульптур Эде Мулаш. Здесь представлены муляжи разные. Скульптуры. Что-то муляжи, а что-то, наверное, оригиналы какие-то есть. И так как дождь очень сильно ливанул, мы все тут забежали, кто мог. Я думала, я потом зайду, но так как здесь открыто до 6 и позже, а туда, куда я хочу пойти, только до 5. И приехала я как раз больше ради того музея, куда я еще собираюсь пойти. Заранее не буду говорить, потому что не знаю, ли попаду, или мне посчастливится. У меня есть накидка от дождя, но вот мокнуть не хочется. Я надеюсь, может, за минут 10 дождь перестанет идти, и я выскочу, потому что это рядом, по сути говоря, за углом. Кто любит скульптуры, искусство? Версаль красивый. Ну, вот тут отдельно еще можно скульптуры посмотреть. Огромные вазы. В общем, народ когда-то любил такой грандиозный размах. Маленькие скульптуры не делали, любили с размахом так развернуться на широкую ногу. Некоторые фрески очень темные, не такие белоснежные. Я думаю, возможно, это оригинал. Вот эти белые скульптуры, возможно, я предполагаю, что это муляж, воссозданный по тому, что было. А вот тут фрески потемневшие. Возможно, они... И так как они отколотые, то я думаю, это где-то поснимали. И чтобы их сохранить, их в музее держат. Ну, типа как в Афинах. Там есть скульптуры, которые в музее стоят, оригиналы. И наверху, если вы подниметесь, то там стоит муляж. Предполагаю, что это оригинал. Когда-то был. Каких два юноши интересных. Тут зашли люди, они тоже, как я, ошиблись, прибежали в это здание, думали, здесь этот музей, что мы все ищем. Он оказался по соседству, мы не успели добежать из-за дождя. И все спрятались сюда. Какие-то фрески подписаны, какие-то нет. Какие-то с головой, какие-то без головы. Потеряли в процессе. С факелом, прямо как под Олимпиаду. О, какой мужик-чувак стоит, конкретный, а высокий какой. Главное, что все листиком прикрыто. Я думала, тут маленькое здание, маленькое строение, только вот это и все. И тут я дошла до середины, а тут скульптур еще. Два ряда в одну сторону, в другую сторону. О-ля-ля. Ну, наверное, все-таки надо заснять по-быстрому. Раз я уже сюда забежала. Снимаю быстро. В общем-то, скульптуры, так как тут остатки, это на любителя. Кому интересно, тот зайдет. Это прямо напротив Версаля, вход бесплатный. До позднего вечера, до 6 вы можете сюда попасть. А также я рвалась сегодня сюда, потому что в 7 часов можно пойти бесплатно в парк. Но, глядя на нашу погоду, хотя вот там вон солнышко вылезло, не знаю, ли получится пойти сегодня в парк. Но по времени я бы успевала заснять музеи тут рядом и побежать в парк. Но мне кажется, солнце вылезло. Поэтому я быстро снимаю и бегу в следующий музей. Я занималась когда-то скульптурой. Мне это не совсем понравилось. Я осталась только заниматься живописью. Когда-то давно.
Поэтому про скульптуру мало что могу рассказать, потому что это не совсем мое направление. Помещение большое, хотя кажется вначале, когда заходишь, ну, маленькая комнатка. Нет, тут много. Если кто увлекается, можете долго рассматривать. Вот они очень потемневшие, эти статуи. Скорее всего, откуда-то сняли, где-то они были в Версале, так, чтобы их сохранить. Классическая тематика того времени. Великан. Можно еще здесь круг почета сделать. Лошадка такая конкретная. Есть в Одессе музей, и там есть похожая скульптура, прямо перед музеем стоит. Вот такой товарищ тоже, борющийся со змеей или с чем-то. Какие-то только привезли или только сделали, откуда-то их сняли. Наверное, привезли и сделали только. Мужик большой, очень большой. Но какая-то булава у него маленькая для его роста. Но что-то очень совсем маленькое. Не впечатляет. Пропорции явно не соблюдены. И как я сказала, кто любит скульптуру, тот задержится здесь надольше. Есть описание многих скульптур. Если у вас есть с собой гид или человек, который знает французский. Я направляюсь в другой музей, и у меня просто нет времени здесь долго находиться. Может, как-нибудь я еще приеду. Версаль, в принципе, в моей досягаемости. И тогда, может быть, я уделю больше внимания этой галерее. Но сегодня по-быстрому. Я пряталась от дождя. Дождь явно закончился. И я бегу в следующий музей, который находится по соседству за углом. Итак, это галерея скульптур была, которая находится прямо при входе в Версаль на противоположной стороне. Скульптуры и муляжи.